солнцу, их небо течет, словно дуть. Но если канат оборвется, в опилке они упадут, и солнце под куполом цирка взорвется, и кончится эра святых минут. Страсти, виной тому отсутствие света, они в темноте потеряли векторы счастья, и оступившись, канули в лету. Это водопад Кунгуре, он сегодня гигантских размеров, меня всего уже забрызгало, оно очень красиво. Закончится день, не закончится год, все это сон, где каждый когда-то проснется. Южная часть Елецкого озера с высоты 2000 метров с горы Карумбу. Это очень интересная обзорная точка. Озеро видно и на юг, и на север. А напротив нас идет дождь. Здесь растут невысокие кедры, метра по три всего. У нас получилась увлекательная экскурсия в долину реки Чулушман. Мы много чего интересного посмотрели, вертолет улетает, а сейчас, подлетая Елецкому озеру, мы видели медведя. Я его снимать не стал. Я вам покажу памятник золотому медведю.